Ты инопланетянин. Ты супермогущественный. И ты спас мир со своими друзьями. А как ты развлекаешься? Люблю мстить. А ты не думал заняться чтением или йогой? Здорово, приятель. Разве это не круто вновь расслабиться? Я воин, а не дитя. Я остался на земле, потому что дал клятву тебе и лисенку. Хотя я не чувствую, что нахожусь дома. Нет, мы не будем превращать нашу гостиную в арену для боев. Что вы сделали с Ози? Он кинул вызов своему опасному злодею. Это что, наш почтальон? Если это не место для битв, тогда я выдвигаюсь на его поиски. Ты со мной? Для большинства я посмешище. А я что, похож на шутника? Я создаю воинов. Я в порядке. Приготовьтесь к 6 эпизодам, Наклз. Без своих мелких друзей он уязвим. Он ключ для моего нового творения. Вы работали с работником? Приведите мне Наклза. Извините, но эта дорожка забронирована. Думаете отнять мою силу? А я похож на того, кому нужна твоя сила? О чем ты говоришь? Конечно же, нам нужна его сила. Иначе зачем мы здесь? Только один герой. Ты мой. Бьет очень сильно. Я дал обещание защищать эту планету. Идрис Эльба. И я готов. О, черт! Кто-то сейчас огребет по полной. Наклз. Смотрите в апреле. Полагаю, что сегодня будет прекрасный день. Наклз, помоги! Будешь его спасать? Нет, он должен научиться сам себя защищать. Наклз!